Привет всем, с вами на связи канал «Сделай сам», и сегодня я хочу показать вам одно видео по решению проблемы с запуском Windows, связанную с ошибкой. Сейчас, как вы видели, я запустил Windows, и передо мной выскочил диспетчер загрузки Windows, который сообщает о том, что не удалось запустить Windows. И в состоянии вы можете видеть код ошибки. Вот. Сейчас мы с вами посмотрим, как ее исправить. Для этого нам понадобится установочный диск с Windows, либо загрузочная флешка с Windows. Вот, вставляем диск либо флешку в наш компьютер и перезагружаем наш компьютер. У вас должно стоять загрузка с приоритете с диска или флешки, поэтому я надеюсь, вы знаете, как это делается. Если не знаете, то необходимо немножко вам изучить спецификацию вашего ноутбука или компьютера. Вот, там может быть функция быстрого boot-меню запуска, выбора устройства, с которого запускать, либо это приходится делать через BIOS. BIOS есть разные платформы, поэтому точно вам сейчас подсказать я не смогу. Ну что ж, продолжим. То есть я запускаю либо установочный диск, либо если у вас есть Windows P, то есть, так сказать, реанимационная Windows с разными утилитами, то запускаем ее. Нам необходима консоль восстановления, в которой мы будем прописывать команды. Я запускаю у себя Windows P. Вот, я использую сборки стрельца. Как бы в них есть все необходимое, что мне нужно. Если вы использовали диск с установочным Windows, то там вам необходимо, прежде чем начать установку, вам необходимо нажать снизу «Восстановление системы». И там будет уже меню откроется, где запуск восстановления консоли. В моем случае я запускаю консоль, команд и прописываем команды. Значит, прописываем bootrec, пробел, слэш, fixmbr и нажимаем Enter. Как видите, операция успешно завершена. Далее прописываем следующую команду. Bootrec, пробел, слэш, fixboot и Enter. Как видите, операция успешно завершена. И следующая команда. Bootrec, пробел, слэш и rebuild bcd. И нажимаем Enter. Идет просмотр всех дисков для поиска установленных систем Windows. Так, сканирование установленных систем завершено успешно. Общее количество обнаруженных систем Windows 1, C, Windows. Добавить систему в список загрузки. Нажимаем Y и нажимаем Enter. Операция успешно завершена. Далее нажимаем Exit. Все, перезагружаем наш компьютер. Отключил я свой загрузочный носитель. И как вы можете видеть, пошла загрузка Windows. То есть ничего сложного нету. А если у вас возникли какие-либо вопросы, пишите, задавайте в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если вам помогло данное видео с исправлением вашей ошибки, ставьте лайки вверх, подписывайтесь на наш канал и будьте всегда с нами на связи. Всего вам доброго, до свидания. С вами был канал «Сделай сам».